Буря мглою небо кроет, вихри снежные прикоротя. То есть ненавидел он эту бурю вот так. О том, как мальчик из алтайской деревни стал звездой отечественного кино. Мне было сколько? 8 лет только, когда впервые лампочку Ильича я увидел живьем. Граждане одесситы, многоуважаемая публика, судите, кто сколько может скромным труженикам массовой культуры. Александр Панкратов Черный о дружбе с Евгением Евстигнеевым и Владимиром Высоцким. Как сейчас помню, в тельняшке, в бескозырке. Колька, быстро давай! Парень, ты че рот разявил, давай! О том, как стал автором молитвы, прозвучавшей на открытии храма Христа Спасителя. Штрихи к портрету. Воскресенье в 20:30 на 12-м канале.